Два человека погибли при стрельбе в Новой Зеландии, еще шесть получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Мужчина 24 лет открыл огонь на строительной площадке небоскреба в центре города Окленд. По предварительной информации, сам нападавший также погиб. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Территория оцеплена. Все обстоятельства случившегося выясняются. Трагедия произошла за пару часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин, на котором должны были выступать команды Новой Зеландии и Норвегии. Сегодня утром я разговаривал с президентом и генеральным секретарем ФИФА. В первую очередь они выразили свои соболезнования всем, кого затронул инцидент, произошедший сегодня утром. Как уже сказал премьер-министр, чемпионат будет продолжен.